Все, говори. Я домой иду. Домой идешь? Выпустили. Да. А что сказали это? Ничего не дали. Вообще сказали, иди отсюда и все. Ни одной бумажки, нифига. Ну, была комиссия там у врачей. У человек 5 их сидело. Допрос там перекрестный так, типа, устраивали в стиле немцев. Ну, в общем... Сказали, иди домой. Ни одной бумаги, ничего мне не дали. Я собрался, ушел, думаю, нафиг вас настаивать. В общем, бумаг нету. Да ни... Вообще никаких. Сумку что хоть я... отдали? Что я там был, что я сумку отдали, да. А бумаги, сумку, документы, вы... деньги на месте все? Документы, деньги, сумку остались в полиции ментовской Веселовского района. Они же у меня отняли все. Ну, у тебя деньги-то есть хоть какие-то? Ну, добраться до дома хватит, да. То есть ты без документов? Деньги я за... То есть ты без документов? Без документов. Денег? А у меня документов нету. Их сумку у меня отняли полиция поселка Веселого. У меня их нету вообще. Сумка там. То есть ни протокол, я же тебе рассказывал. Угу. Ни протокола вообще, ноль ничего. Не составлено. Просто отняли и все. Привезли и сдали. Подожди, а как же решение суда? Чего не? Говорят. Решение суда. То же самое. Суд был вынесен. У меня никто ни документов, ничего не спрашивает. Решение суда я ролик вчера выпустил с дурки. Посмотри последний самый. Видел. Нет, а на основании чего тебя выпустили-то? Чего не сказали? Сказали нормально, иди домой. Ну, я собрался, пошел домой. Был бы ненормальный, хер бы выпустил. Вот такая хрень. То есть меня сегодня и позавчера с психологом я часа 4 разговаривал в общей сумме. Сегодня вызвали на комиссию после беседы с психологом. Ну, я тебе говорю, что их там было 1, 2, 3, 4, 5 человек их там было. Врачей побеседовали, сказали, вали домой. Ни одного документа, естественно, мне не дали. Ну, я, так сказать, настаивать не стал. Собрался, ушел. Ну, и зря надо было настоять. Они экспертное заключение должны были предоставить, копию хотя бы. Антон, я приеду домой... Отдохну сутки-двое, естественно, вернусь и буду требовать все, что положено. Понимаешь? Да не вряд ли. Я сейчас свинел, чтобы... Да, они вряд ли тебе вряд ли дадут отдохнуть. И тебя, скорее всего, из дома опять будут эти ФСБшники дергать. Ну, посмотрим. Я думаю, что ночь, по крайней мере, ночь-то я пересплю точно в своей постели. А ну, дальше посмотрим. Соберемся, поедем. Добро, давай, сейчас добирайся. Доберешься домой, отзвонись. И позвони жене, что на воле. Ну, жене я позвонил перед тобой, сказал. Добро. А, ну, вот мысли такие, я не знаю, что дальше делать. Оставят меня в покое, не оставят все ротные. Ну, сейчас надо добраться домой, не знаю как, в суматошном городе тут хер поймет. Ну ладно, Антон, давай, я тебе сообщил, но... Да, приезжай домой, звонись. Ага. Все, давай.